Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, задание у нас. Нанесите 20 урон супергероям. Супермозгом супергероям и зубастизилой. Слушай, ну супермозгом я попытался, у меня ничего не получилось. Поэтому кого у нас там? Зубастизилой. Давай, ребят, попробуем за зубастизилу сыграть. Я не знаю, что у нас из этого получится, но надеюсь, будет весело. Высшая лига. Ребята, я с 13-й высшей лиги упал на 4-ю. Нормально? Нет. Это ненормально. Это совсем ненормально, друзья. Так, ладно, заморозка у нас. Угу. Так, мы его, наверное, сюда переместим. Пускай он тут будет стоять. Ну, понятно, он сейчас будет прокачиваться, все дела. Так. Кто следующий у него? Никого. Давай поставим так. Будет замораживать или что? Что он делает? Вот ты жук навозный, а? Хорошо. Пропустим. Ландшафт поставил, да? Так, да, ребят. Ну что, у меня 2-2. Вариантов не так уж и много, в принципе. Так, сейчас посмотрим. Угу. Ну, понятно, что 4. А 4 становится... У меня все меньше и меньше хп. Но это, ребята, это так. Относительно. Курица. Козел. И все, да? Ладно. Ну, погнали. Я надеюсь, в блок пробьет, но попадет ли именно в блок? Прекрасно. Угу. Так, теперь что? Ну, понятно, что он сейчас будет остерегаться вот этого. Так, ну а мы что можем сделать? И все? Да ладно. Так, 3, 4, 7. 7 нужно. А давай сделаем так и, наверное, вот так. Еще 6 в лицо, но тут у нас блок сработает. Не было, ребят, никакого блока. Блок не сработал. Так, ладно. Вот это уже хуже. Четыре, три, семь, да? Он что может сделать? Он может сделать заморозку на земле. Сейчас срабатывает блок. Я не знаю, чем мне это поможет. Ничем мне не поможет, абсолютно, ребят. Абсолютно ничем.
Давай так попробуем. Ну, хорошо, перемещает. Вот этого я и боялся, ребят, что сработает у него. У меня здесь здоровье. Давай так попробуем. 2 и 1. Если он сейчас уничтожит его, мы проиграем. Если нет, то мы выиграем. Ответ очевиден, друзья мои. Хотя хорошо шел парень. Пацан к успеху шел, называется. Не дошел. Так. Нам нужно было нанести 20. А что нам надо было? Ладно, не имеет значения, ребят, поехали дальше. Хорошо. Хорошечно, я бы сказал. Даже. А у меня эта зубостезила на хилах идет. Друзья мои, я не знаю. Смотри, что делает. Смотри, что творит, а. Потратил, ребят, запомнили, да? Он потратил свое заклинание, так скажем. Твою налево, оно бы мне сейчас очень пригодилось бы. Так, магистр кислых щей. Мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Там уже пускай думает, что хочет. Бомбит. Так, дальше. 3-7. Неплохо? Я думаю, что да. Или банан. Давай сделаем так. Вот что вот он сейчас будет делать? Безумие ставит, ребят. Но дальше. Вот так вот. Блин, я боюсь, что у него. Давай так сделаем. Будет у него капелька или нет? Я не знаю. Капельки никакой не было. Давай так сделаем. Черт с ним. И это все? Ты только мог восстановить себе здоровье? И фиг с тобой, лохмандей. Так, друзья мои, что дальше? Что дальше мы делаем? Выбор есть. Выбор, ребята, есть. Ох, какой хороший выбор. Ландшафтик у нас есть.
Но ты же не пробьешь все равно. Ну что ты? С двумя картами ты собираешься что-то сделать? Ладно, посмотрим. Так. У меня есть догадка, что он хочет сделать сейчас в данный момент, но я, наверное, сделаю его. Я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Ты жук, а. Я знаю, что он хочет. Он хочет сейчас на заклинание, да? А, у него не сработало. К тому же, ребята, у него не сработало. Все, с картами у него беда. А мы можем... а мы можем с тобой сейчас... Ой! Черт подери, Рэй, ну куда ты поставил, а? Господи. Сглупил. Я вот этого хотел сюда поставить, но сам видишь. Он шаманство еще применяет. Ох. Два шаманства, друзья. Это что-то с чем-то. Это бред. Это бред, ребят. Хотя... Сюда. Давай посмотрим. Опа! А вот этот фокус, друзья мои. Твою налево, он еще неуязвимость, прикинь, ставит. Но мы пробиваем его лицо, понимаешь? Все, все. Крахом пошел ты в опу. Спасибо. Так, ну что, теперь идем за нашим супермозгом. Арена, выбрать, выбрать. Погнали. Тяжело. Тяжело играть за супермозга. Против всех. Он такой нестандартный персонаж, если честно. Хитрён, Матрён, ну что вы вытворяете, а? Ракета есть, да, но... Что мне от этой ракеты толку? Она бьет только четырех. Сейчас он будет выставлять свой этот. Как увеличать там? На этих. Картошку. Ой, морковку. Морковного этого дурачка. Посмотрим. Ну, а я тебя еще. Морковный дурачок. Вот он. Примите, распишитесь. Будем уничтожать его. Он двоих поставил. Понятно, что это у этого мы бомбанем. Этого трогать пока не будем. Пока. Сделаем вот так вот. Пират. Двоечку стоит. Пропустим ход.
Да, я понял, понял, что ты про качество собираешься. Почему я бомбочку, ребята, и подзадержал. Так. Хм. Проверим на могилке. Подонок, а? Уничтожаем. Так, дальше что? Бля, ты посмотри, а? Ты посмотри, что у него есть. Но он потратится, ребят. Это хорошо. Один пять. Ну, два пять, естественно. Я пока, наверное, не буду ставить. Мало ли что в жизни бывает. А вот это хорошая карта, ребят. Не знаю, что у него там сейчас может быть, но я поставлю сюда. Бета-картин, она обычно, ребята, играет именно на... Серьезно? Ладно. Ну, сейчас сработает блок. И чмошник, а? Ладно. Гаденыш несчастный. Давай так попробуем. Слушай, ну неплохо. Блок ставим. Ага. Но блок-то мы пробьем в любом случае. Блок мы пробьем. Ну давай так сделаем. Давай. Все, да? Поехали. Ребят, сейчас этот прокачается хламон. Не забываем об этом. Возьмем там карту какую-нибудь. Я не знаю, там какую карту. Сюда прыгнет у нас мелкий демоненок. Ну, зомби. Зомбик маленький. Он прокачивать его будет, понятное дело. Он сейчас кинет сюда этого мелкого гомяка. Вопрос в том, что если я использую вот это, у меня зомбота выйдет или нет? Вышел. Это красиво. Это, ребята, красиво. Почему? Потому что сейчас ему придется просто жопу рвать, чтобы как-то разрулить эту ситуацию. Да, я не спорю, урон вот здесь и вот здесь хороший урон. Этот урон уничтожительно называется. Если он сейчас начнет кого-то бомбить, ну, я не знаю, посмотрим сейчас, как он. Ну вот, вот что он делает, ребят. Вот, сюда. А, сюда поставил. Ладно. Так, дальше что? У него еще 4 энергии есть. Я могу превратить любого. Я вот этого, если сейчас он не уничтожит его. Серьезно? Ой, 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 друзья мои. Слушай, ну по-моему это все. Хотя, ты знаешь,
Оно может по-всякому обернуться. Так, два. И в блок, да? В блок. Ха-ха-ха, вот тебе и ха-ха-ха. Давай сделаю вот так вот. У него нет, ребята, брони. То есть мы его просто пробьем. Понимаешь? Если он сейчас никого не поставит, у этих он даже не сможет ничего сделать с ними. Вот с этими. Ну, кроме там бонусной атаки или еще что-нибудь. Ну, вот типа такого мы можем сделать. Нет. Нет. Нет, друзья мои. Это не канает. Ну да, добор, добор. Может быть, что-то ему в доборе выпадет. Но... Ну, этого лоха я уничтожу. Вообще, не вопрос. Уже не знаю, что придумать, ребят. Бомбим. А, он сдался. Он решил сдаться. Ну, в принципе, ребят, правильно. Я думаю, что он прекрасно понимает, что здесь ловить нечего ему. Ну что, мы с вами почему понизили ранг, друзья мои? Мы с вами выполняли Зарозу, да? Геройские задания. У нас все выполнено. Ага, выполнено, Роза, я вижу. Так, теперь давай выполнять за... Ознакомься с... зомби-лаборанты должны нанести 8 бонусных атак. Зомби-лаборанты должны нанести 8 бонусных атак. То есть, получается... Изменяем вот эту вот колоду. Полностью, ребят, полностью удаляем. И, блин, знаешь, нафиг я так-то делаю? Можно же, вот... Можно же... Твою налево, Рей, ну хватит уже бухать, ну хорош. Ну, что ты? Что ты, блин, все никак не успокоишься, блин. Все в отрыве. Вообще не понимаю, что это за колода такая. Изменить зомби-лаборанты, да? Зомби-лаборанты, значит, должны нанести неимоверное количество урона. Это, я, насколько помню, тоже лаборант. Что у нас еще лаборант? Вот этот лаборант. Ну... Узы науки. Наш лаборант. Так, что еще? Сделаем так. А, вот. Вот этого парня надо добавить. Иди отсюда. Изыди стана. Все. Друзья, попробуем вот так. Сейчас я кое-что отвлекусь, короче, немножко. Поехали. Поехали. Будет сложно, но интересно. Потому что я за профессора. Ну, друзья мои, если честно, не умею играть вообще. Ну, давай так. Против ореха. Шансов мало. Вот жук, а? Навозный. Мне уже кажется, ребят, что он будет на орехах играть. Я могу ошибаться. Он переместит или нет? Ладно. Я так понимаю, что он ждет орех?
Эй, еп! На орех, друзья. Ореховая колода. Что с мышкой-то опять? Даже так? С картами беда, ребят. С картами беда, друзья. Это лаборант? Это же не лаборант. Но мне нужно, чтобы лаборанта нанесли. Смотри-ка, что он у него есть. Ну что, блин, превращать что ли в кого-то? Что с мышкой? Твою налево. Что с тобой? Твою налево не так. Прочерк. 2-2. Ну и что у нас там получается? Ничего у нас не получается. Плохо дело. Дело вообще плохо. А я тут, наверное, ничего не смогу сделать, друзья. Скорее всего. Видишь, что он делает? Красиво. Смачно, я бы даже сказал. 3, 2, 5, да? Ой, в лицо сейчас полетит. По-моему, тут шансов мало, ребят, на выживание. Сейчас 4 в лицо, если полетит. Но что делать? Разыграть 3 цветка. Подожди, это у нас уже... А поменять нельзя? Разыграть 3 цветка. Ребят, у нас новое задание — разыграть 30 кап. Идем с тобой на цветочки и попробуем разыграть 30 цветка. Вот такое задание у нас. Разыграть 30 цветка.
Тут, конечно, до цветочков очень далеко. Это цветок же? Ну, это кактус. Кактус растение. Это цветок, по идее. Смотрим, друзья мои. Ну давай. Болчи. Даже тратиться на тебя не буду. Хотя стоило бы. Давай так сделаем. Угу. Так, 5 энергии, да? Давай так сделаем. Дороже. Твое дело. В кого там дороже превратишься, я не знаю. В любом случае разнесу в хлам. Хрен с собой. Ты смотри. Кого ты превратишься, гад? Ну, там и стой. Угу. Вопрос в том, что кто у него сейчас в данный момент будет. Давай так попробуем сделать. Заморозка. Бля, почему я так и думал, ребят, что будет заморозка? Это не есть хорошо. У подсолнуха нету с могилоедами. Никакой борьбы. Есть хп у меня осталось. Так, этого трогать не будем. Там опять же, скорее всего, да, ребят? Три... Блин, не получается. 3-4, блин, никак не выходит. Будет замораживать. Естественно, ребята, он будет замораживать. Я так и думал. Плохо, когда тебе попадается колоду. Ну, не то, что надо. То есть, ну, что я могу здесь сделать? Ничего. Довольный. Ладно. Давай подумаем. Сделать так. Плюс. Вообще никаких плюсов нет. Три энергии. Но я могу только... А я ничего... А почему я... А, все. Все, я понял. Все, ребят, фейл. Это мне не поможет. Да это бред полный. Сейчас превратиться в кого? В кого он там превратится? Да фига в кого. И это еще зомбутик нечестный. О, хила. Как тебе такой расклад? Давай так сделаем.
Это не спасет меня никак, ребят. Он хильнется, но у него здоровье, конечно, не прибавится от этого. Но они сейчас превратятся, я не знаю, в кого. Так, понятно, это фигня. Что делать? Ума не положу. Ты понимаешь, что в лицо ему бить бесполезно? Бесполезно, ребята, в лицо бить ему. То есть я проиграл здесь. Нормально? Да-да-да. Для меня это не новость. Но нам надо продолжать бороться. Я борюсь. Я борюсь, друзья мои, до последнего. Ладно. Две черники. Какой-то план хитрый, да, вынашивает гаденыш. Какой только. Ну этого в хлам сейчас разнесу. Давай так сделаем. Ой, твою. Вот это я, ребята, лопухнулся. Я почему? Я 7 единиц урона в лицо получил. За просто так, ребят. За просто так. Понятно, понятно. Бонус на так он не будет сейчас делать. Да. Шесть в лицо. Ну что вот мне сделать? 3-3, 4 и... Ничего. Еще выстрел. 6. Ладно, это в блок. Ну а что еще? А что еще я могу сделать, ребят? Блок пробьет? Нет, не пробил. Сейчас будем смотреть, что выйдет. Сейчас, смотри, сейчас перемещение, да?
А не стал делать. О, как. Шаманик. Так, ну этого мы уничтожим с помощью виноградины. А вот дальше что нам делать? Что нам дальше делать? О-о-о! Он еще и кровожадность влепил, прикинь. Ладно. Ой, я совсем забыл, что ребят он карту берет, конечно. Банан. Блин, вот этот гаденыш как-то надо уничтожить, ребят. Серьезно? Я думал, кровавая луна сейчас будет. Чё, блин? Пятнадцатый в лицо. Угу. Все в лицо, ребят.